Здравствуйте, дорогие друзья. Закончились траурные дни. Мы перешли к 10-му ава. Ну, говорят, это тоже сегодня такой день наполовину, но уже радость начинает идти резко вверх. И, вы знаете, все рассказывают израильские газеты. Вчера видели возле Южных ворот, недалеко от Стены Плача, лисицу, что соотносится с пророчествами, которые говорил Раби Акива. Рассказывал нам о том, что и когда лисы, мы увидим, что лисы находятся там, это значит, что и восстановлен будет храм. И я поэтому сегодня, чтобы сильно не напрягать вас после поста, расскажу вообще о Стене Плача. Почему мы туда ходим? Что это такое? Откуда она взялась? Потому что немногие даже израильтяне знают, что Стена Плача названа не только потому, что там оплакивали евреи свой храм. Во-первых, написано, что время от времени 9 ава выступают непонятно откуда взявшиеся капли воды, напоминающие слезы. Правда, последний раз это было в 1940 году, и люди собирали флакончики эти слезы и хранили в качестве талисмана. Еще рассказывают, что с начала дня 9 ава иногда на один из камней Стены Плача садится белый голубь, который ведет себя не так, как положено, сутки сидит там, не двигаясь. Согласно старинной легенде, для того, чтобы у народа возникло ощущение, что это Иерусалимский храм – это общее достояние, царь Соломон, царь Шломо разделил работы по его изготовлению и отделке, и все остальное между разными слоями общества. Южную стену вокруг храма поручено построить было представителям еврейской знати, восточную – коинам и левитам, северную – богатым купцам, а западную – бедным людям. Военачальники, купцы там всех жертвовали, нанимали рабочих, и ставили там вокруг стены, оставили себе роль надсмотрщиков. У бедняков не было денег. И чтобы нанять они не могли, и они сами собственными руками, поливая потом, строили это. И написано в легендах наших, что когда закончилось строительство, с неба раздался голос. «С собой клянусь, — сказал Господь, — что западная стена будет стоять вечно, и моя шхина не отойдет от нее никогда». Факт остается фактом. Западная стена пережила все исторические потрясения. Сегодня остается последним дошедшим до нас осколком первого и второго храма. Когда первый храм был разрушен воинами вот этого Навуцарадана, остов западной стены каким-то чудом сохранился. И вернувшиеся потом израильтяне вместе с Эзрой и Нехами просто восстановили ее. Потом Ирод Великий расширил и реконструировал, но именно реконструировал. В основе остались лежать те же камни, которые положены были бедняками при царе Соломоне. Когда Тит Флавий сжег второй храм, он вызвал к себе 4 центурионов, самых доверенных, и каждому из них поручил разрушить одну из стен храма. 3 вы это сделали, а 4-й, араб по имени Панган, приступил к работам по разрушению, вдруг остановил их, и он не мог не понимать, что он нарушает приказ и приговаривает к смерти, но видно что-то такое, что было сильнее страха смерти. Когда Тит увидел, что осталась нетронутая стена, он вызвал Пангана, спросил, как ты смел нарушить приказ. Он сказал, я хотел сохранить ее для потомков, чтобы они восхищались твоими деяниями. Пусть они говорят, как велики были деяния. Прекрасный ответ, сказал Тит. За то, что у тебя так хорошо подвержен язык, я тебя не предам смерти. Но ты сам сбросишься со стены и посмотрим, что произойдет дальше. Панган прыгнул, разбился, стена осталась стоять. И вот римляне очень долго запрещали евреям не только селиться в Иерусалиме, но и приближаться к развалинам храма. Потом на Святой Земле овладели византийцы, которым не было вообще дела до Храмовой горы, и все это пришло в запустение. Но в 7 веке в Иерусалим пришли арабы, и халиф Омар пожелал точно выяснить, где место. Ему показали, и таким образом он вызвал всех, кстати, 10 старцев, попросил их показать, один только показал. И на месте святая святых храма, вот над камнем, который Авраам собирался принести в жертву Ицхака, появился вот этот золотой купол Омара. Но за то евреям разрешили снова селиться в Иерусалиме и молиться у святыни. Потом пришли крестоносцы и мамлюки, они пытались вообще стереть память, что Иерусалим был еврейским городом. И только в 7 веке, уже потом, когда Салим I Грозный, турецкий султан, взял Иерусалим, началось опять какие-то, мы знаем, о стене. Прибыв в Иерусалим, Салим устроил свою резиденцию напротив Храмовой горы. Он увидел, как старуха подошла и высыпала мусор какой-то. Он хотел, это оскорбление, ее арестовали. Она говорит, да я не хотела тебя оскорбить, просто много лет нам священники христианские обязывают мусор вот здесь, что больше и больше. И над стеной была гора мусора. Тогда, заинтересовавшись
близость тайны холма, Салим начал ежедневно, демонстративно выбрасывать на холм и там несколько мешочков с золотыми монетами. Тут же толпы городских нищих разрывали это все, и они, наконец появилась стена. Окончательно очистил стену от мусора уже Салим, а сын Сулейман Великолепный, он разрешил евреям селиться у стены и выделил для этого участок длиной 28 метров, шириной 3. И на этом участке молились до 1948 года, когда по итогам войны стена оказалась в руках иорданцев. И евреи потом вообще забрали эту стену, и наконец она вернулась к еврейскому народу. Ее начали называть сами евреи, в западную стену начали называть Котеля Кенот, то есть стеной Кенот, траурных молитв. Но так как Кенот переводится как и плачен, потом начали называть плачи. А когда появится лисица, сказано, все это начнет заканчиваться. Лисица появилась, ждем Машиаха, браха вацлаха.